Приветствую всех любителей комнатных растений и опять по просьбе зрителей показываю, как я укореняю кактусы. В этом коротеньком видео покажу, что укореняю я только в песке. Можно добавить немного кокосового субстрата, можно добавить торфа, но чистый песок всегда дает замечательный результат. Обломки кактусов я укореняла прошлой осенью. И смотрите, даже маленькие отросточки, то имеет корешочки. Делаю перевалочку и внимательно смотрите, какой замечательный корешок вырос. Но запомните, поливать часто ни в коем случае нельзя, иначе загниет. И теперь моя задача посмотреть еще одно кашпо с черенками, установленными в прошлом году, и пересадить их. Здесь вы видите, что тоже чистый песок. Аккуратненько делаю перевалочку и опять хороший результат. Никаких мучений, а результат замечательный. Еще раз говорю, ни в коем случае не переливать. И теперь моя задача установить кактусы с хорошими корешками в грунт. А грунт я всегда составляю сама. Песок, кокосовый субстрат. Нет субстрата, немного торфа. Можно гальку маленькую, дресву. Но грунт очень простой. Важно аккуратненько выложить, чтобы корешки хорошо улеглись. И засыпать сверху практически сухим грунтом. Посмотрите, как я это делаю. У меня это уже происходит машинально. Ну, так как повторяюсь уже не первый год с этим укоренением. Все довольно просто. А те черенки, которые не укоренились или которые обломились за зиму, опять необходимо подсушить нижнюю часть и посадить. И смотрите внимательно, на дренаж сыплю сухой грунт и готовлю песок. Но оказывается, песок, который рядом, влажный, ни в коем случае нельзя засыпать влажным песком. Только сухим. Поливать можно и те, что посадили в грунт, и те, что посадили в песок, дня через три. И то только через поддон, чтобы дать возможность нижней части черенка получить влагу и поливать очень-очень редко.